Всех приветствую. Нашел несколько квартир, но до снятия ситуации на Украине. США болит. Опять дисбаланс в мире. Надоели все эти политика, это вся грязная. Что происходит, то происходит с мирными людьми. Терпения желаю. Настроения уже второй день нету, но приходится уже что делать, снимать ролики. Те ролики, которые на канале, я их давно снимал. Приходится делиться из YouTube. Так, дорогие зрители, нашел несколько квартир в проекте, который находится в районе Махмутлар, недалеко, то есть на расстоянии от моря 1060 метров максимум, отмерял по карте Google. Здесь у нас дорога, вот едет машина напрямую, выходит к пляжу. Вид с террасы этой квартиры на крепость Салани, на море. Рядом, как вы видели, есть мечеть. Тут вид на горы. Тут банановая плантация, когда-то что-то, наверное, здесь построят. Но вид все-таки отсюда у вас будет на море, на крепость Алани. А может, где-то между зданиями будет бассейн, вид в ту сторону. Потому что там уже построили много зданий. Сами же понимаете. Не буду это объяснять. Юго-западная сторона. Открытая терраса. Термопакет, алюминиевые окна. Качественный стройматериал у этого проекта. Вот показываю, они открываются каскадным образом. Также вот те три окна полностью открываются. Шумоизоляция хорошая. Вот, большая гостиная комната, почти отдельной кухней. Бытовая техника у нас в квартире, кондиционеры фирмы Midea, инверторные, они тоже дорогие на данный момент, и проточный водонагреватель фирмы Veito Electronic. Это первая спальня на верхнем этаже, кондиционер фирмы Midea. Тут встроенный шкаф, санузел с джакузи. Планировки хорошие, мне самому понравились. Даже горы не забыли сюда нарисовать. Озеро, гора. Угу. Здесь лежите, смотрите. Порой можете рыбу ловить. Здесь у нас форточка. Настроения нету, приходится снимать. Так. Опять звонят. Вид с спальни. Пардон. Деревянные вот такие двери. Лестницы. Война никому не нужна, никому. Политики только. Гостиная нижнего этажа. Две гостиные. 3 плюс 2, как мне сказали. Кондиционер тоже фирмы Midea. Тут 245 квадратных метров брутто. Жилая площадь 190-200 квадратных метров.
балкон. Внешний кондиционер установлен снаружи балкона. Мрамор полностью. Это не гранит, как мне сказали. Здесь тоже они сделали мрамор. Это сейчас дорогое удовольствие на данный момент. Так, наверху было два санузла. Или я не снял второй санузел. Извиняюсь, дорогие сети. Так, поднимемся, покажу. Здесь еще один санузел. Вот. Один санузел. Два санузла наверху, один внизу. Это первый санузел нижнего этажа. Вот тоже большой, не маленький. Курточка тоже есть. Стоит вот проточный водонагреватель. Спальни большие. Две спальни внизу, одна спальня наверху. Три спальни и две гостиные комнаты, совмещенные с кухней. Здесь везде LED-освещение по бокам, по всей квартире. Это у нас вторая спальня. Минимальная квадратура 12 квадратных метров вот здесь. Спальни большие. Из инфраструктуры здесь сауна, фитнес, римская парная комната, открытый бассейн, сад, генератор. Айда 300 лир на данный момент. Тоже шкаф. Так. Теперь вот качественные двери. Я был в квартире 10. Это квартира 9. Да, это 245 квадратная, она побольше, чем ту, которую я показал вам. Гостиная комната, совмещенная с кухней. Это запад-север. Здесь санузел, душевая кабинка, уже другая планировка у этой квартиры, проточный водонагреватель фирмы Veito, первая спальня, детская, как мне сказали, вид на крепость Алании, на море. Вид на горы. Тоже большая спальня. Тут они сделали шкафчики встроенные. И с этой стороны, и с той стороны. Соседнее здание видит. Это спальня. Идемте наверх. Здесь также есть квартира 2 плюс 1. Одна обставленная, одна пустая. Вот огромная гостиная, ого.
балкон, то есть терраса. Санузел. И тут огромная спальня. Да, спальня тут большая. Квартира 8 на 10 квадратных метров больше, чем та. Огромная спальня. И тут у нас джакузи, санузел. Как-то его открывает. Лучки не сделали. Да, делают. Встроенный шкаф. Сейчас я пойду отсниму 2 плюс 1. Так, стойте, цены я вам скажу. Цены номер 9 210 тысяч 500 евро. Другая стоит, вот эта квартира, 215 тысяч 500 евро. Это блок А, еще есть квартира в блоке Б. Я сейчас иду в блок Б. Сейчас спустился вниз. Здесь у нас внизу фитнес. Такой вот фитнес-зал. Тут сауна. Темновато. Ну, сауна есть. Тут римская парная комната. Большая. Так. Тут у нас зона барбекю. Дай Бог всем терпения, здоровья. Войне. Нет войны. Терпение всем. Там у нас открыта парковка. Зона барбекю. Открытый бассейн, детский бассейн. Тут пандус, лесенки. Генератор в той стороне. В этой стороне генератор. И тут как бы зона отдыха тоже. Или это хозяева Garden Duplex. Так, я пришел в блок Б. Здесь у нас квартира с садом двухуровневая. Вот такой вход интересный. Шкафчик уже есть. Сюда для зонтика даже место поставили. Гостиная, совмещенная с кухней. Тут выход у нас. А балкон, также есть дверца. Кондиционер тоже фирма Midea. Первый санузел. Проточный водный нагреватель фирмы Veito. Наша спальня. Вид на стенку. Цена этой Garden Duplex
150 500 евро. 160 квадратных метров брутто. Жилая, скажем, 120. Тут тоже смотрит на здание. Это вариант для тех, кто хочет вдалеке от дороги, вдалеке от центра Махмутлара. Вариант. Унитаз захотели увезти или починить. Так, второй санузел. Это детская спальня. Маленькая. Мидия-кондик. И здесь у нас спальня. 11,5-12 квадратных метров как минимум. Высокие потолки. Сейчас покажу я вам 2 плюс 1 на верхнем этажах. Такой вот у нас лифт. Вместим 6 человек. Проект был сдан в 2020 году. Значит, у нас 2 плюс 1 тоже пентхаус. Цены на пентхаус. Обставленная квартира стоит 120 тысяч евро. 2 плюс 1. Пустая 115 тысяч евро. Также тут есть пентхаусы 4 плюс 1 и 4 плюс 1. Постараюсь их тоже показать, но ролик будет длинным. Санузел. Скидка у квартир есть, так что звоните, обсудим. С балкон. Тут уже другая кухня. Это гранит. Там был мрамор. Этот блок они потом построили. Здесь санузел. Проточный водонагреватель у нас. Спальня хозяйская. И дополнительно вторая спальня. Сто 120 000 евро вот эта квартира. Откроем-ка эту квартиру номер 10. Здесь 4 плюс 1. Тут у нас 2 плюс 1 дуплекс, но она пустая, одинаково как-то. Сейчас я хочу вам просто планировку 4 плюс 1 еще показать. Вхоже. Здесь спальня, скажем, для ребенка. Детская одна. Балкончик. Санузел. Гостиная.
Гостиная комната, совмещенная с кухней. Также молоком. Но такие большие ролики не снимаю. Мне самому надоедает большие ролики снимать. Просто. А те, кто смотрит, зрителям, наверное, вообще... Ну, что поделать, квартир много. Все планировки покажу. Это гардеробная. Ну, не знаю, что можно из него сделать. Вид показал. Идемте дальше. Здесь прихожая верхнего этажа. Санузел. Третья спальня большая. Внизу была маленькая. А здесь у нас хозяйская спальня. Юго-восточная сторона. Санузел, джакузи. Застройщик дает гарантию на отделку и на все проблемы в этом здании. Дорогие зрители, цены на 4 плюс 1 дуплекс 187 тысяч евро, а эта квартира, которую я снял, 198 тысяч евро. Так, показал бы, но вы тогда, наверное, не видите, наоборот, видите. Секунду покажу. Настроения нету. Да, вот. Так что все вместе, скажем, нет войны. Всем пока-пока, дорогие зрители.